Привет из Индии, из города Джайсалмер. Дорогие друзья, мы хотим вам показать чайную церемонию. Но чайную церемонию индийскую. Особенно это будет интересно тем нашему старшему поколению, кто вырос и прожил при Советском Союзе и пили индийский чай и три слона. А сейчас вы увидите, как пьют, как готовят и пьют настоящий индийский чай. И так пьют его каждый шестой человек на земле. Поэтому чайная церемония по-индийски. Люди бизнеса тоже верят в высшие силы, поэтому на каждом такой импровизированной кафешке тоже висит набор от сглаза, перец и лимон. Итак, приступаем к чайной церемонии по-индийски. Сначала кипятится вода, потом туда бросается чай и сахар, а сейчас заливается уже в кипящую воду молоко. Индия, да? Это что? Черный перец. Если кто-то знает, вот он перец. Очень полезно для здоровья черный перец. Это был черный перец. Прицельным размолол ступкой и бросил кипящий чай. Здраво. Сзади меня пришел местный артист, очень похожий на Элвиса Пресли. Его так здесь и наживают, он тоже пришел вместе с нами попить чая и чуть-чуть попасть в кино. За таким чаем обычно по утрам, в обед и вечером стоит очередь. Вот такие стопочки крепкого настоящего индийского чая, который здесь любят просто все. Это называется индийский одноразовый стаканчик. Парень пришел взять чая, чтобы попить в другом месте.
А теперь смотрите, это, посмотрите. Как вы думаете, где из этого чая, где кофе? Оказывается, все наоборот. Это чай, а белого цвета в Индии кофе. Вот так. Вот так здесь происходит чайная церемония. Приятного аппетита, смачного и привет из Индии. Дорогие друзья, мы немного отошли от места, где проходила чайная церемония. И знаете что? Хорошо, что камера не записывает запах, потому что вы бы этот ролик до конца бы не досмотрели точно.